боулинг – это немножко рулетка, потому что мы не так уже часто собираемся в боулинг-клубе. Но интерес будет такой состязательный процесс, довольно любопытный. Я напомню, что сейчас в «Спартакиаде» лидирует телекомпания «НИС ТВ». И прежние фавориты НКТВ там идут буквально по пятам. Я думаю, между этими двумя телекомпаниями в этом году будет конкуренция за победу в общекомандном зачете. I think the team will do really well. I don't think I'll do that well, but we'll definitely have a lot of fun. Боулинг – вид спорта для нас такой не совсем предсказуемый, потому что тут как шар покатится. Вот. Ну и плюс ко всему мы в боулинг не тренировались. В бадминтон мы тренируемся постоянно, а вот в боулинг не тренировались. Будем надеяться на удачу, на сплоченность команды, конечно, на успех.